Добрый день, коллеги. Сейчас проводятся масштабные работы по наведению порядка на территории ВДНХ. Убираются незаконные строения, благоустраивается территория, газоны, меняется асфальт, бордюры, пешеходные дорожки, восстанавливается освещение, проводится текущий ремонт, так чтобы к 1 мая территория была полностью очищена и приведена в порядок. В ближайшие месяцы предстоит работа по выработке концепции развития ВДНХ. И, конечно, приступим к работам по сохранению тех объектов, которые есть на территории. Они находятся в аварийном состоянии и требуются срочные охранные работы. Фасады, кровли, инженерные коммуникации и так далее. Это огромный объем работ. В настоящее время, сегодня на территории ВДНХ работает около 6 тысяч человек, около 1000 единиц техники, 24 городские организации. Это практически все организации городского хозяйства и также подрядные крупные организации. В дальнейшем, конечно, это все-таки крупнейший выставочный комплекс не только России, но один из крупнейших выставочных комплексов мира. Он так создавался, и в первую очередь он таковым и должен остаться. Никакой розничной торговли здесь не должно быть. Должна быть та торговля, которая сопутствующая для ВДНХ, которая не мешала, а дополняла бы сервис и обслуживание москвичей. Это выставочный комплекс, поэтому он будет находиться в ведении экономического блока правительства. Сегодня совет директоров УВЦ возглавляет Наталья Алексеевна Сергунина. Я буду лично возглавлять штаб по восстановлению этих объектов, потому что будут задействованы все департаменты без исключения. Начиная от департамента жилищно-коммунального хозяйства, департамента имущества, департамента строительства, департамента культурного наследия и даже здравоохранения и образования. Департамент культуры, безусловно, также будет привлекаться для проведения массовых мероприятий. Объем реставрационных и восстановительных работ огромен. Плюс к тому, в самих павильонах должна быть жизнь. Для этого, конечно, будут привлекаться инвесторы, организации, специализированные для проведения выставок и мероприятий. Часть павильонов уже раскреплена за странами СНГ, за крупными предприятиями, госкорпорациями. К сожалению, мало кто какие-то работы здесь выполняет. И даже объекты, которые переданы странам СНГ, практически никто, за исключением Беларуси, никаких работ в настоящее время не выполняет. А павильон Украина находится просто в аварийном состоянии. И кому бы эти объекты не принадлежали, мы обязаны обеспечить охрану памятников. И если правообладатели не выполняют работы, не проявляют интереса к этим павильонам, то мы, конечно, будем проводить процедуры по передаче городу их обратно. Из 17 фонтанов ВДНХ в этом году запускается 16, и 17 последний мы запустим через месяц. Сколько ежедневно вывозится? Вот мы вчера вывезли 1500 кубометров мусора, в том числе 200 кубометров железобетона, целые свалки. А вот за 5 дней, за 4 дня, которые здесь работаем, с понедельника, уже около 10 тысяч кубометров различного мусора вместе со сломом вывезено с этой территории. Алексей, сколько снесено незаконных строений на территории? Ну, фактически все самовольные кафе, которые были, здесь уже снесены. Это порядка 200 объектов? Да, 250 объектов, в том числе 56, это постройки были под крышей, с теплом. Незаконные. Для того, чтобы обеспечить летней торговлей, нам надо срочно продумать новую схему организации, разместить новые объекты, более благоустроенные, отвечающие санитарным нормам. Делать это в ближайшее время. Понятно, что аквариум здесь в таком зале вряд ли место, но тем не менее привлекательные объекты для посещения, для детей должны быть, поэтому необходимо обеспечить ввод объекта, который сейчас начат строительством, океанариум, да? Да, океанариум. Он один из крупнейших в Европе будет. И я думаю, это будет достойная замена вот этих маленьких аквариумов. Что это?
Что с этим можно сделать для того, чтобы обеспечить сохранность? Операционная работа зафиксировать лепнину. Видите, она уже отваливается, потому что это же все настоящее гипсование. Во-первых, это опасно для людей, которые здесь находятся. Во-вторых, это идет просто очень быстрое разрушение памятника. Что необходимо сделать, чтобы остановить это разрушение и обеспечить безопасность? Во-первых, надо будет, конечно, зафиксировать существующие конструкции. И вторая история, конечно, там, где можно доделать вот эти самые элементы утраченные, пока для начала, чисто там тонировку либо сделать, либо долепить элементы руками специалистов, это возможно, чтобы хотя бы вернуть экспозиционный вид. Но, тем не менее, это все должно быть под присмотром экспертов в области сохранности объекта. Семенович, все члены научно-методического совета, который нами создан, они все вот готовы на этом объекте работать. Даже личный ректор МАРХИ Швидковский Виталий Олегович сказал, что он лично готов как специалист по этой архитектуре. Слушайте, а что вообще за трущобы-то здесь создано? Я не понимаю. Какие-то настройки, пристройки, второй этаж в этом зале. Это вот в какое время это было все создано? Это же не... Исторически этого же не было ничего? Нет, конечно. Ни второго этажа здесь не было? Как раз, вот, наверное, первая задача – это разобрать вот этот Шанхай, который здесь создан. Слушайте, а вот как с точки зрения охраны объектов культурного наследия, это вот все может существовать? Да нет, конечно, Сергей Ильич, это же роскошный Мне зал. Мне кажется, это вообще грубейшее нарушение всех требований к историческим объектам. Абсолютно. Тем более, это же крепление стационарное прямо в существующие стены поверх искусственного мрамора. Ну, понимаете, это очень печально. Мы выделили отдельно Лужники, но добавили к ТТК Воробьевы горы, Промзон Азил, Нагатинский, то есть такие знаковые, которые примыкают. Сейчас реализовано, то есть готово, макет на площади 90 квадратных метров. Он был на МИПИМе. 90 квадратных метров, это бульварное кольцо. Бульварное кольцо. Да. Значит, какая особенность? Это вот каждое здание у нас подсвечивается. То есть здесь не просто фасад 3D, через цифровую камеру сфотографированный, имеет окно реальное, и светодиоды подсвечивают каждое здание. Все здания, которые 70 тысяч, они будут подсвечены. Кроме того, введена интерактивная функция, которая позволяет отображать на карте по команде желающего либо линии метрополитена, либо определенные трассы, вылетные магистрали и так далее, и так далее. И это мы планировали как именно презентационный макет для жителей, гостей, как достопримечательность. Учитывая, что анализ наш показал, что наш макет реально самый большой, вот, наш макет охватывает 6% территории в таком масштабе. Нью-Йорк охватывает 100%, но у него масштаб другого макета всего 867. Пекин, Шанхай и Лондон – это вообще 1%, 1% и 4%. Наш макет будет самым лучшим и самым привлекательным с точки зрения своей презентабельности. Планировалось оно размещаться. Вот это здание Брестская, вторая улица, дом 6, находится напротив Моском архитектура. Все проектное сообщество, Моспроект 1, 2, Моспромпроект и так далее. И это на сегодня как бы постоянно действующая градостроительная выставка. Сегодня здание находится в инвестпроекте, который продлен и сейчас реализуется. И в том числе в условиях инвестпроекта мы получаем доп. Площади, на которых планировалось разместиться этот макет. Значит, сроки реализации в пределах Садового кольца мы закончим и сделаем в декабре. И в январе площади будут готовы, чтобы первую часть Садового кольца разместить. И каждый год, наращивая по мере готовности, мы планировали в 2017, но вот мы решили ставить задачу ускорить, в 2016 году сформировать полностью макет. Какая особенность еще размещения на Брестской? Это то, что там проработанный есть проект, связанный с тем, что над макетом по периметру есть специальная консоль. Я не против, чтобы вы там размещали. Была идея сделать одну копию в рамках бульварного кольца исторического центра и разместить в одном из павильонов, потому что поток людей все-таки здесь огромный. Да, миллионы людей. На Брестской у вас будут даже не у вас не проходной двор, это рабочая все-таки организация. Да, Для работы делаете. Поэтому, согласно поручению, мы проработали варианты. Да? Если вариант этого масштаба размещать сюда, вот мы все наложили, мы тут 3 дня поработали, значит, мы сможем только в пределах Садового кольца разместить здесь. Где? В площади павильон номер 1. Вот нет, это вот. Я понимаю, в каком зале. В круглом зале. Вот он, круглый зал. Вот так он будет ложиться? Вот так он будет ложиться. Вот общая площадь зала 432. Полезная площадь. Тут есть циркульные перегородки, вот они. Нет, тут
давайте мы почистим эту площадь, вы пока разместите то, что вы имеете, а потом посмотрим. Это нужно понять вообще, что в этом здании, как оно будет размещаться, какой функционал. А пока временно то, что вот МИПИНИ вы делали, выставку, после ремонта вот этого круглого зала можно разместить, чтобы он не пустовал. Это вот первые работы, которые провели, показали, что здесь, конечно, исключительно красивые залы. Еще буквально недавно здесь стояли ларьки, павильоны. Сейчас это удивительно красивый зал. И я думаю, что если убрать с фасадов этого здания тот настрой хрущевский, который там понаделан был, я думаю, что такое великолепие откроется. Какие проблемы? Почему они работают? Ну, проблем здесь было больше, чем достаточно. Первая электрика вся была в нерабочем состоянии. Вытащили оттуда несколько кубометров грязи, ила. Трубопроводы были забиты. Вот надо было все почистить, отмыть, придать вот этот лоск блеск, и буквально фонтаны засияли. Это не только по этому фонтану, это по всем фонтанам, если ну, я думаю, что там достаточно серьезные системные проблемы с водоводами, с канализацией, со всем. Поэтому надо не только вот так вот по временной схеме запустить, но и провести капитальный ремонт инженерных сооружений, так чтобы здесь обеспечить такую надежную работу фонтана. Хорошо, спасибо. А что тут со светомузыкой? Это первый светомузыкальный фонтан в мире, на самом деле. Музыку для него написал специально праздничную сюиту Шостакович. В общем-то, все остальные это все уже подражатели, а это действительно каменный цветок был самым первым мировым таким удивительным сочетанием воды, музыки и света. Часто отлично. Бываете здесь? Очень часто. Живем недалеко, минут 30 ходим пешком. Да. Ботанический сад бы еще взяли бы, на вооружение бы. Ботанический сад мы сейчас решетку тут разгородим, а? Приведем его в порядок два. Сейчас субботники проведем, дадим денежки им, чтобы они поддерживали всю территорию в надлежащем состоянии. И, по сути дела, это будет единая благоустроенная территория. Ой, ну это класс будет. Мы живем в Отрадном, там бегаем пешком сюда. Да, да. Мы, это федеральный объект Академии науки, но я думаю, что мы им поможем. Просто дадим денежки, чтобы они поддерживали в нормальном состоянии. Ну и сейчас Останкинский парк доделаем, и объединим тоже, забор уберем. Где-то до июля месяца все работы в Останкинском парке будут закончены. Это будет такая большая единая парковая территория. Спасибо. Ну и здесь порядок наведем. Спасибо. Так хорошо стало, между прочим. Сейчас всю лишнюю торговлю уберем, павильоны отремонтируем, да, да. Фасады приведем в порядок, делаем благоустройство, цветочки посадим. Все порядок здесь будет. Кстати, вот там вот было вот торговое помещение типа ярмарки. Там и мед продавали раньше, и всякие продукты. Вот их туда бы затолкай бы, как было раньше. Посмотрим. Какие-то ярмарки, конечно, будут проводить, но они должны быть цивилизованные, а не китайским ширпотребом торговать. Да, да, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. Всего доброго. Удачи вам.